Друзья, всем привет, с вами Александр, экипировочный центр EquipLand. Сегодня рассмотрим комбинезон поплавок от производителя экипировки SeaFox, модель CrossFlow One. Надежный функциональный поплавок для зимней и демисезонной рыбалки при температуре до минус 15 градусов. Рассмотрим модель более подробно. Комбинезон выполнен в яркой расцветке, нашито много светоотражающих элементов, повышающих безопасность в условиях плохой видимости. Ткань верха — прочный нейлон. Плавучесть обеспечивается вспененным материалом, вшитым в ткань в районе куртки, в штанах вшит утеплитель из полиэстера. Температура комфорта до минус 15 градусов. Данную модель используют как в демисезон, так и зимой. Мембрана Silcatex с характеристиками 10 тысяч водонепроницаемости, 5 тысяч дышащие свойства. Основные швы в изделии проклеены. Принцип действия комбинезона следующий. При попадании в воду в течение примерно 5 секунд человек переворачивается лицом вверх и удерживается на плаву примерно 30-40 минут. Благодаря материалу существенно замедляется гипотермия, то есть вы медленнее замерзаете, и есть время для того, чтобы либо дождаться помощи, либо вылезти самому. Вода начинает проникать в комбинезон через открытое отверстие примерно через 60 секунд. То есть, если вы вылезаете быстрее, чем за минуту, то вы остаетесь в практически сухом комбинезоне. В районе груди предусмотрен сигнальный свисток, крепится на шнурок. То есть, при необходимости можно подать сигнал. На свистке есть специальная клипса, можно его прицепить здесь же за карман. Комбинезон оснащен съемным капюшоном, который крепится в задней части на молнию. Внутренний подклад — приятная мягкая ткань. В сам капюшон вшит вспененный материал. Фиксируются лепестки капюшона на липучках к вороту. Капюшон регулируется при помощи двух шнуров утяжек в передней части. Довольно большой козырек. В козырек вшита проволока, которая позволяет, подгиная, придать ему необходимую форму. Ворот очень высокий. Внутрь вшита пенка, утеплен флисом. Крой комбеза анатомически сидит удобно, дает полную свободу для движения. Закрывается на тракторную молнию Викикейс с двойным бегунком. Ветрозащитная планка на сплошной длинной липучке. В районе ворота закрывается на две кнопки. Предусмотрен хлястик для удобства открывания. Манжета рукава прямая, регулируется хлястиком с липучкой. Внутренняя манжета из неопрена, конусной формы. Под манжетой подкладка из сетки для того, чтобы вода, попавшая внутрь, свободно уходила и не тянула вас под воду. По низу штанин есть такая же сетка с перфорацией. В районе талии вшита широкая резинка. В комплекте идет прочный пояс с пряжкой Fastex. В куртке предусмотрено 10 карманов. Два открытых кармана для согрева рук, внутри теплый флис. Два объемных нагрудных кармана с клапаном на липучке и дополнительно молнией. Два нижних кармана с клапаном на липучке. Внутри нет подкладки. И два набедренных грузовых кармана, также с клапаном на липучке. По нижней части карманов предусмотрены люверсы для слива случайно попавшей воды. Карман под ветрозащитной планкой на молнии. По внутренней части комбинезона также предусмотрен карман на молнии. С другой стороны вшита бирка с информацией о комбезе, сертификат и на какой вес рассчитан тот или иной размер поплавка. Подклад в районе торса — приятный микрофлис, ниже — подкладка из полиэстера. Оснащен комбинезон эластичными подтяжками для удобства надевания комбеза. Крепятся они на специальные липучки, то есть при необходимости их можно убрать. Крепятся в трех точках — спереди и сзади. Соответственно, одевается вот таким образом. По низу брюк молния с вставкой и расширителем находится скорее даже не в боковой, а в задней части. Плюс есть липучка с утяжкой объема, можно довольно плотно подрегулировать штанину.
Итак, друзья, резюмируем. Комбинезон поплавок от производителя экипировки Sea Fox, модель CrossFlow One. Надежный функциональный поплавок для демисезонной и зимней рыбалки при температуре до минус 15 градусов. Приобрести данную модель можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Доставка товаров возможна во все регионы России. Друзья, благодарим вас за просмотр этого видео. Ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментарии. С вами был Александр, экипировочный центр Экипленд. Всем пока!